представьтесь, пожалуйста. Директор Сарканского филиала Ахубай Холыш. Яблонь Сиверса, она имеет огромное значение. Всего в Казахстане дикоплодовые сады яблонь Сиверса занимают меньше 1%. А во всем мире нет больше этих насаждений дикоплодовых яблонь Сиверса. И вот нужно сейчас донести до общества, что данную яблонь нужно сохранить и воспроизводить. И не так просто где-то посадить там. Нужно соблюдать технологию. И это не каждый может воспроизвести. И она очень неприхотливая. И в принципе можно все Алма-Ату при желании засадить. Яблоня, да. И тем самым мы на самом деле можем Алма-Ату вновь возродить как город-сад, причем засаженную яблонями Сиверса. Спасибо.